Доброго времени суток всем. Если это время можно назвать добрым. Здравствуйте, наши. И все равно, тем не менее, добрые волшебники. У нас сегодня такой прямо сос. Моя просьба помочь нам с питанием. Приют на грани голода. У нас реально нету средств на питание. Я понимаю, конец месяца, насколько возможно мы выживаем, оплачиваем клиники, поездки, но наши хвостики остались без питания. Мне очень сложно сейчас говорить. Бездомыши уже неделю сидят, без еды выживают. Приют вчера уже, при всем при том, что вы видите позитивный ролик, любовь, ласку, но вчера уже мы не смогли покормить всех животных так, как положено им питаться. Я на грани отчаяния. Я уже, честно, не хочу больше никого ни спасать, ни помогать, потому что я не имею права на то, чтобы собаки в приюте, спасенные нами с вами, оставались голодными. Это неправильно. Моя такая большая дружная семья. Я выдыхаюсь. Я выдыхаюсь уже просто год. Я год живу с того мая месяца в бешеном темпе, в бешеном ритме. Вы все смотрели эти ролики. И я, как всегда, повторялась и буду повторяться. Я волонтер. Я именно волонтер, и все, что делается, я делаю практически одна. Да, у меня есть волонтеры, которые приходят на помощь, но они не могут быть со мной всегда. Все работают, к сожалению. Сейчас лето. Волонтеры мои отдыхают. Все поездки, все разъезды. Все это делаю я одна. Это сложно. Это просто можно взять и упасть. Выдохнуться и не встать. Я не знаю, откуда Господь мне дает силы. Наверное, благодаря вам, вашим молитвам и вашим комментариям я еще двигаюсь и живу. Живу во имя их. И мы все с вами должны понимать, что только благодаря нам наши детки могут жить и выживать. Только благодаря нам, людям. Моя такая большая дружная семья. Я, как всегда, обращаюсь к вам. Мы на грани голодовки. Сегодня кормить уже детей нечем. Это больно. Я возьму в долг, я, конечно же, не оставлю собак голодными. Это так не должно быть. Я не куплю кусок хлеба себе, да, но, конечно, я сделаю все для того, чтобы собаки были сыты и здоровы. Но впереди еще много дней. И собачки хотят кушать каждый день. Я не понимаю, что происходит. Лето, пора отпусков, пора сезонов, отпуска, отдыха. Но почему мы, подписавшись на этот канал, забываем о том, что за нашими спинами 100 хвостов, которые нуждаются в нас и в нашей помощи. Я уже не беру во внимание наших бездомышей, которые прячутся от зла, от страшных людей, от отравлений, от отстрелов. Но они также ждут. У нас 41 щенок на улице. У меня душа
просто не на месте. Я ложусь спать и каждый день думаю о том, что оживы ли они. А ведь они ждут. Они ждут, и я прошу у них прощения за то, что я не могу в очередной раз, допустим, сегодня приехать и покормить их. И знаете, как от этого больно? Душа просто плачет. Душа на разрыве. Я не знаю, проживал кто это, не проживал. Но это страшно и больно. Моя такая большая дружная семья, на 6 тысяч человек. Я очень прошу вас, каждого, не пройдите мимо. Помогите. Помогите нам с питанием. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья.